Друзья, я приветствую вас на SN Pro. Эта выставка проходит уже вроде во второй раз, а может даже и в третий. Честно говоря, я запутался, потому что этих событий, сука, много. Причем, знаете, приезжают всякие звезды-перезвезды, и уже неинтересно. Если раньше мы ездили в Америку для того, чтобы на них посмотреть, то сейчас они сами приезжают. И, по-моему, мы на верном пути. Пусть они, сука, сами приезжают. Ну вот, а так выставка, в общем, хороша, много всяких прибабахов, много всяких пяташек. Хочется видеть больше разного интересного. В общем, ребятки, ходите на SN Pro, ходите на выставки, пробуйте предтреник, и у вас будет хорошее настроение. Ну вообще, предтреном, конечно, лучше не увлекаться. Хотя вот есть Fitterex, у него NRG, прекрасный продукт. Парочку капсул, и будете чувствовать себя великолепно. И будете поднимать новые рекорды. О, кстати, на SN Pro в этот раз было много соревнований. Вот что действительно круто, так это 8 Pro-турниров по различным силовым видам спорта. Это армрестлинг, армлифтинг, это пауэрлифтинг, мощнейший турнир. Это по тяжелой атлетике Clock of Power Weekend. Это гиревой спорт, где Иван Денисов, заслуженный мастер спорта по гирям, рекордсмен мира, проводил эти соревнования. И функциональное многоборье, кросслифтинг. Кросслифтинг, где я был ведущим, за что благодарю судьбу и Дмитрия Клокова, который, собственно, был организатором этого мероприятия. И мне кажется, он этот спорт вообще придумал. Ну, как придумал? Он сказал, что все это придумано давно, и все упражнения известны. А некоторые говорят, что это такой же кроссфит, только с нормальными весами. Это такое действо, которое можно показывать по телевизору, можно показывать это на федеральных каналах, потому что это смотрибельное, большое, увлекательное шоу, где лучшие атлеты демонстрируют физическую форму. То есть это такая смесь всех силовых видов спорта. Это и гири, и тяжелая атлетика, и армлифтинг, и пауэрлифтинг, и стронгмен. Они поднимают тяжелые веса и при этом очень выносливые ребята. И зрелище мне понравилось. Понравилось зрелище и понравилась картинка. И победителями стали в категории 80 мастер спорта по боксу, в 90 мастер спорта по пауэрлифтингу. В сотке выиграл, по-моему, парень, который выступал по кроссфиту. В 110 выиграл Ригер, который приедет к нам в Екатеринбург и проведет семинар по кросслифтингу, кроссфиту, тяжелой атлетике. И 11 декабря мы приглашаем вас всех поучаствовать в турнире по кросслифтингу у нас в Ишанкин Фитнес на Фурманова 117. А свыше 110, а кто выиграл свыше 110? А свыше 110 выиграл не помню кто. Надо посмотреть протоколы. Так что мероприятие понравилось. Вот много людей, много красивых девушек, Ксюх, прости, и много вообще вот таких вот даже семейных пар с детишками, с маленькими, и таких событий должно быть больше. И мы будем в них участвовать. А вы приходите.